Что сказать, у нас был план, в принципе, мы его придерживались, этого плана. Была полнейшая концентрация, мы хотели создать моменты в первом тайме, особенно первые 15 минут мне очень понравились в нашем исполнении. В принципе, первый тайм, как вы сказали, мы контролировали игру, в принципе, по первому тайму. Во втором, ну, соперник немножко чуть перестроился, начал нас чуть больше прессинговать, у нас немножко появились большие проблемы. Но, в принципе, даже если брать в целом, то даже несмотря на это, то, что второй тайм мы усилились заменами, у нас был момент очень хороший для реализации, на который мы рассчитывали. Но, к сожалению, невынужденная ошибка, и команда соперника забила гол. Что говорится о физических качествах, вчера, кстати, на пресс-конференции кто-то сказал насчет погоды, что будет сегодня влажность. Я даже на себе как бы это почувствовал. То есть, но в любом случае, то, что ребята выглядели чуть лучше в физическом плане, потому что у нас там был перелет, мы поменяли климат, нам тогда было немножко потяжелее. Сейчас это мы готовились планомерно, специально к этой игре. Единственное, что, наверное, нам немножко не хватило в конце силенок. Сил не хватило в конце матча. В принципе, мы такой план на игру составили, что у нас должны возникнуть моменты. Единственное, что, опять же, не хватило реализации, наверное. То есть исполнительского мастерства футболистов, которые мы создали моменты. Тяжело оценить, потому что мы эту неделю, единственное, что мы съездили в Иерусалим, на святые места, посмотрели нас, сделали экскурсию и съездили на Мертвое море, тоже ребятам показали, где-то вот этот развеяли. Все остальное тяжело оценивать, потому что жарко, ребята в гостинице, вечером мы тренируемся. То есть, по большому счету, наш досуг – это была гостиница и тренировки. Когда выходной, мы съездили.